Электростанция в Звенигородском микрорайоне Восточный не проработала и дня, хотя была построена еще в 2014 году. Компания-застройщик была признана банкротом. Объект выставили на торги. Последние пуски были в 2018 году. Основного оборудования холодный. Газ на станцию не подавался никогда. Станция не шумела, потому что не запускались основные энергоблоки. Пробный запуск новой электростанции произойдет буквально на днях. Местные жители опасаются, о спокойном сне придется забыть. Но специалисты успокаивают, шума не будет. Ситуация под контролем. Многие считают, что здесь стоят авиационные двигатели от реактивных самолетов, и они будут так же шуметь, как мы это слышим в аэропортах. Ну, двигатели на самом деле другие. Да, там как бы есть какая-то аналогия с авиационным двигателем, но это уже доработанные, специализированные двигатели именно для таких когенерационных установок. Три газотурбинных блока, электрическая мощность 18 мегаватт, тепловая более 31 гигакалории в час. Запуск объекта обеспечит ресурсами не только жителей домов в микрорайоне Восточный, но и на центральных улицах Звенигорода. Посмотрели сегодня и само оборудование, все это в контейнерах шумоизоляции. Внутри помещения шумоизоляции. Еще здесь стоят экраны, которые тоже будут гасить возможный шум, который появится от объекта. Во время запуска замеры уровня шума проведут специалисты Московского института экологии. Но уже можно говорить о том, что экологические показатели объекта соответствуют требованиям закона об охране окружающей среды. Кроме того, получено положительное заключение государственной экспертизы и Роспотребнадзора. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».